В Твери управляющие компании обрабатывают подъезды многоквартирных домов дезинфицирующими средствами. Все это нужно для того, чтобы максимально обезопасить жильцов и не допустить распространения вируса COVID-19. В этой пятиэтажке на улице Склескова уборщица трудится с самого утра. В каждом подъезде нужно не только вымыть пол с хлоркой, но и обработать антисептиком ручки дверей, кнопки домофона, перила и подоконники. В общем, все, до чего могут дотронуться жильцы. Со своими сотрудниками, со служащим персоналом мы провели инструктаж по технике безопасности на данный период. Нами приобретены средства дезинфицирующие для мытья полов и для обработки поверхностей. Я думаю, что наши такие меры профилактические помогут и нам, и нашему населению пройти этот трудный период. А это председатель ТСЖ на Смоленском 8, корпус 2 Виктор Ежов. На вверенной ему территории все по-военному четко и организовано. Подъезды чистые, на информационных стендах памятки о мерах борьбы с коронавирусом. Сам председатель не выпускает из рук тепловизор. Всем без исключения посторонним меряет температуру. Всех, кого я привлекаю к каким-либо работам, по договорам, подряды или каким-то другим образом, обязательно измеряю температуру. Это быстро, оперативно, вот, допустим, 36,5. Но это единственное, что можно сделать в условиях многоквартирного дома, не обладая специальными познаниями, не обладая специальной аппаратурой, никаких тестов и так далее. Влажную уборку в подъездах многоквартирных домов сейчас проводят ежедневно. Управляющие компании должны строго соблюдать рекомендации Минтруда и Минздрава. Это прежде всего безопасность жителей. Я считаю, что это в какой-то мере, не могу сказать, что это панацея, и думаю, что это не панацея, но в какой-то мере это все-таки профилактика, ее надо делать. В любом случае надо делать. Как говорят в народе, лучше перебдеть, чем не добдеть. А жильцам специалисты напоминают об элементарных правилах гигиены. Нужно чаще мыть руки и по возможности ограничивать посещение общественных мест.